Привет, зрители. Очередной обзор того, чего я купила. Давно не обозревала, наверное. В общем, была я сегодня в «Черном коте». Вообще, я много где была. Ну, прилично где была. Но у меня на камере внезапно 16 минут на батарее осталось. Короче, поэтому обозрю просто то, где была. Точнее, то еще купила. Была я в «Черном коте». Там были финики. 300 грамм. Они типа как бы по скидке, если уж не знаю, как на самом деле. Сейчас найду эти финики. Сухофрукты финики, аппетит, 46 рублей, 300 грамм. Ну, я решила, что бы и нет. Последний раз я покупала финики за 80 рублей, кажется, 400 грамм магните. Они у меня уже закончились. Я купила корм коту, вообще я хотела на велике поехать и купить ему другой корм побольше, но у нас погода такая переменчивая, что легче было поехать на автобусе или на маршрутке. В общем, такой корм я ему уже покупала, или похожий корм. Я его только сейчас в черном коте нахожу. Такой корм прохвост, 350 грамм, 42,90. Грубо говоря, 43 рубля. Раньше он был там что-то по 38. В общем, вот такой корм. У нас у него есть мокрый корм какой-то там, а теперь вот сухой корм. Вот. У меня очередная губка, уже даже котовская, из черного кота, в смысле, за 26 рублей, или сколько она там стоила, откинулась. Причем буквально там на четвертый раз пользования. Я поняла, что надо вернуться пока к тем, которые, ну, так быстро не сдохнут. Вот такая губка. Губка для тела Поролон Массаж Промо. Прямо, точнее, что за прямо, хз. 17,50. Вот такая вот губка. Я себе купила еще губки, но у меня там как бы есть, но они такие маленькие. Я уже вот на такие маленькие попадалась в светофоре, попадалась в Ашане. А в магните, вот у меня уже магнитовские закончились. Они слегка побольше, эта упаковочка, в 5 или 10 штук. Тут у нас губка хозяйственная, классик, поролон в оплетке, 23 рубля, 3 штучки в наборе. Похожие губки у нас раньше в деревне были, мы возили, ну, посуду мыть дома тоже когда-то были. 100 лет я их что-то не видела, я решила, что в принципе... Почему бы и нет? Там уже она по размеру все-таки побольше два раза, чем то, что у меня сейчас. Я купил себе трусики. Они были 29,90. 42-46 размер. Ой, давно трусики не обозревала. У кого-нибудь побольше случится. Или опять ко мне набежит эта Марина, которая как-то тут внезапно давно меня смотрела и что-то даже хотела. Сейчас, трусики сейчас. Ну да, они так и стоят. Просто иногда у них вроде одна цена, а пропечатывают другую. Еще я такая совершенно бомжовая. Ну, я как бы в долг взяла, чтобы вчера в Ярик занять. Я, конечно, это все отдам. Мне потом в конце августа будет даже монетка. Надеюсь, что все-таки все ништяк. Вот. Но у меня кофе заканчивается, и вообще остался тот, который мне не очень сейчас нравится. Ну как, он на любителя, он вот так на редкий какой-то случай, оригинал Бусида. Я тогда подругу просила кода мне подарить, но вот есть люди, которые тебя слышат и делают, как им хочется. Вроде как все той же марки, но другое. А есть люди, которые тебя слышат и делают так, как надо, но таких людей очень мало. Короче говоря, это у нас кофе Сенатор Борис, 175 грамм растворимый с молотым, 68 рублей 90 копеек, он что-то шел по скидке, так он у них стоял, типа по 78. Это делает у нас Большесельский район, собрание, я так поняла, что они заключили контракт на поставку и продажу своей жратвы с Черным котом, потому что у них перестановка, и там целый такой маленький павильончик этого собрания, всего такого разного. Сделано 27 августа прошлого года. Видать, у них лежало в большом селе, никто не покупал, решали в черный кот скинуть. И 24 месяца у него срок годности. В общем, кофе растворимый, сублимированный с добавлением кофе жареного, молотого, Сенатор Бариста, 75 грамм. И вот я решила это изменить Бусида. Совсем вот впервые в жизни за многие годы решила изменить Бусида. И с 1961 года якобы этот кофе производится. В общем, это собрание, которое делает вот этот шоколад Бушерон, такой супер дорогой, супер натуральный. Еще они делают шоколад для Кантаты, которую в Ярике в Ауре куда-то заныкали. И, по крайней мере, я ее не нашла на том месте, где она всегда была. Это у нас Ярославская область, Большесельский район, село Варегово, ну и бла-бла-бла, собрание трио. И я решила, у меня подруга говорила, что на чай у них типа сенча, собрание, то все. Покупала сенча китайская,
о чем я говорила в предыдущем обзоре, предпредыдущем обзоре, он сейчас пока на монтаже стоит. Большой такой обзор на 53 минут получился. И, короче говоря, в общем, она совершенно не в восторге. Я подозреваю, что чай у них весь такой парашненький. Ну, покупают, наверное, так же, как Ярти, самый дешевый где-нибудь парашный китайский чай, который вот, ну, даже самый бедный китаец от безысходности пить не будет. И вот выставляют за огромные деньги. Короче, я не знаю, что у них за кофе. Шоколад у них действительно вкусный. Ну, вот кофе я ни разу не пробовала, по крайней мере, в осознанном виде. Я решила попробовать, и я специально даже делаю обзор отдельный на это кофе, когда уже его дерябну. Ну, как бы пью, пойму, какой он по вкусу, и, может быть, даже запишу обзор именно как вот с кухни. Как я вот его пью уже не в первый раз. Продегустирую, короче, на камеру. В общем, такие дела. Ну, я кофе потом себе, надеюсь, куплю кода. Или на Озоне, или у нас в этом в Афоне. Смотря где цена приемлемая будет. На Озоне у меня еще какие-то бонусы остались. Так что вот такой вот кофе. В принципе, я даже, наверное, его сейчас вскрою тут. Вот это вот еще не открылось, оно уже пахнет кофе. Хрен откроешь, бля. Ну, вам, может быть, там не видно, но он мне напоминает какой-то вот сейчас по виду такой обычный Нескафе или еще какую-нибудь такую супер дешевую парашу, которую от безысходности пьешь в дороге в каком-нибудь кафе, который продается типа растворимый в пакетиках. Не знаю, как на самом деле будет, но вот, может быть, он все-таки вкуснее оказывается, потому что я как-то в гостях была, я пила Якобс, мне вот так он понравился, он вообще, ну, ничем не хуже Бусида был, какого-нибудь там оригинала или Ред, или Блэка. Так что будем надеяться все-таки на лучшее, что я не зря деньги потратила. Хоть сколько-то, но все равно деньги, потому что я тут совсем без денег. Совсем без денег быть плохо, еда есть денег нет. Всем спасибо за просмотр и всем пока!